Привет, народ! Сегодня 7 сентября, 2014 год. Хочу поделиться с вами новостями с Амфиполя, если кого-то интересует. В общем, в Амфиполе нашли две кариатиды после выноса очередной партии земли. Скрытые они были за второй стенкой. Стеной, скорее всего. Если кто не знает, кариатида – это статуя одетой женщины, введенная в употребление древнегреческими зодчими. Она заменяла собой колонну, потолок, ров, как-то так. Слово «кариатис» в переводе с древнегреческого обозначает «кори», «дочь», от названия «кариес», город, который был вблизи Спарты. Что интересно, это в македонских гробницах впервые наблюдаются такие статуи. Ни в одной из гробниц до сих пор не найдена такая статуя. На фотографиях, которые предоставило нам Министерство культуры, мы видим красоту этих скульптур. Одна из скульптур сохранилась в замечательном состоянии. К сожалению, вторая очень сильно повреждена. Статуи созданы из мрамора с острова Сасос. Лицо от сохранившейся статуи показывает греческую красоту с большими глазами. Ее плечи украшают длинные пышные кудрявые волосы. Статуя находится, как и сфинксы, у входа в гробницу. Все еще раз показывает на то, что в гробницах находится очень значимая личность. А мы все продолжаем ждать. Что же нам откроет третья стена? В общем, все это очень интересно и захватывающе. Кто знает, может быть, там даже может быть Александр Великий, Александр Македонский.